Добро пожаловать на канал Hardware ZDinfo. Перед нами устройство Poco F4 GT. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить дату и время. Открываем настройки, спускаемся вниз, выбираем расширенные настройки, дата и время, отключаем автоматическую настройку, меняем дату на нужную и время. Дата и время меняются моментально, как вы видите. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.